Мать троих детей скончалась после семейной ссоры в Челябинской области. Трагический случай произошел в Нязепетровске. Как сообщили следователи, женщине было 36 лет. Ее тело обнаружили в бане. По данному факту сейчас проводится проверка, но, как уточнили в Нязепетровском отделе Следственного комитета, признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. У погибшей остались трое детей, все младше 15 лет.